Что я дома делаю? Это же страшное дело. Как писал тот же Губерман, теперь я стар, к чему стенами, хожу к несведущим врачам, и себе воспоминания о жене диктую по ночам. Бахайский храм. На вершине Кармель, где стоит монастырь кармелитов, у подножия ее, где могила пророка Ирии, где склоняются католики к небу, возносят молитвы, евреи, качаясь, возносят молитвы свои. Позолоченным в синих лучах подыхают, у приехавших морем и суши всегда на виду, возвышается храм новоявленной веры Бахай, возле сада цветущего трижды в году. Возвышается храм новоявленной веры Бахай, возле сада цветущего трижды в году. Этот сказочный храм никогда я теперь не забуду, где все люди вокруг между собой в постоянном ладу. Одинаково чтут нам Христа, Магомета и Будду, и не молятся там, а сажают деревья в саду. Здесь вошедшие меня обнимают в прохладный день. Здесь на клумбах цветов изваяния животных и птиц окружает тебя сочетание странных растений, что не знают границ, что не знают границ. Окружает тебя сочетание странных растений, что не знают границ, что не знают границ. Буду я вспоминать посреди непогодной морозы лабиринты дорожек по склонам сбегающих вниз, где на тине морской распускается чайная роза, и над жаркой розой недвижный парит кипарис. Мы с тобой вон в этот сад наклоненный пологой, и не тихая птица над цветами закружится вновь, и тогда мы вдвоем осознаем присутствие Бога. Ибо Бог есть любовь, ибо Бог есть любовь. И тогда мы вдвоем осознаем присутствие Бога. Ибо Бог есть любовь, ибо Бог есть любовь.